Мы почти приехали. Почему она не звонит? Кто? Ханака? Даже не знаю, что ты здесь делаешь с таким интеллектом. И что я здесь делаю? В роли таксиста. Осторожнее, слышь? Не дрова везешь. Эй, эй, я тебе не водитель. Я на это не подписывался. Никто из нас не подписывался. Так что заткнись и веди. Сейчас начнется веселье. Хотя это лимузин Арасаки, но охрана все равно нас проверит. Старайся держаться естественно. Точнее, просто сиди спокойно, ничего не делай, и все пройдет гладко. Все в порядке? Доступ в резиденцию закрыт до особого распоряжения. Приказ Йоринобу Арасаки. Мы по приглашению Ханака. Не осложняй жизнь нам и себе, пожалуйста. У меня приказ Йоринобу Арасаки. Ты издеваешься? Ты же меня знаешь. Да, его не знаю. Назовите себя. Меня зовут Вия. Ты чего? Совсем с ума сошел? Что об вас всех? Что дальше? Нас к ней близко не подпустят. Придется прорываться прямо через них. Прекрасно! Развлекайся! Пока будешь искать Ханака, я найду Ави. Я в спальне, в центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Но сперва мы нейтрализуем 4 охранников. Ви, тебе понятно задание? Ага, нейтрализуем. Я забью их канал связи, чтобы не подняли тревогу. Осторожно. Еще 5 охранников снаружи и резидент в гараже слева.
Кажется, да. Больше людей Юринобу здесь нет. Скорее, я жду. Приближаюсь к резиденции. Эти люди просто не оставили мне выбора. Другого пути не было. Из-за этого я и старалась всегда держаться в стороне, чтобы не принимать таких тяжелых решений. Но теперь... Судя по всему, началась война. От вас слышать про войну страшновато, но, по-моему, вы преувеличиваете. Ты действительно так думаешь? Я просто считаю. Вы, я и Хельман – три человека. Ну, два с половиной. Короче, против всей Арасаки и ее... Мой брат – это не вся Арасака. По крайней мере, пока. Он об этом знает. И потому окружает себя преступниками. Вроде Адама Смешера. Думаете, это меня утешит? Мы одни. И это факт. Мой отец тоже был один. И он построил империю. Садись. Шампанское. Но если это тебя успокаивает, может, у кого-нибудь еще дрожат руки? Я выпью. Может, хоть в голове прояснится. Странно. Оно безвкусное. Хм. Странно другое. Как ты до этого чувствовал вкус? Ты о чем? Твоя центральная нервная система. Она напрочь разрушена. В следующем у тебя пропадет слух, потом зрение. Но ведь это же лечится. Тебе задали вопрос, Андерс. Но у меня нет на него ответа. Разве я могу поставить диагноз до обследования? Нельзя терять ни минуты. Как только я рассчитаюсь с Юринобу, мы займемся тобой. У тебя уже все готово? Вполне. Твою мать! Он выдержит?
Должен? Все нормально. Сюда. Тогда это последняя возможность. Для чего? Чтобы рассказать мне план. А если плана нет? Не делайте из меня дурака. Угу. В день парада у вас с Такемурой, кажется, он был план. Тем не менее, от него очень быстро ничего не осталось. И все-таки мы добрались сюда. Знаешь почему? Потому что иногда нужно смотреть правде в глаза. В тот день я так и поступила, благодаря тебе. Ты выглядишь как честный человек. Это ваш аргумент для правления Арасаки? Мне просто встать перед ними? С оружием наготове. То есть, если мои чары не подействуют, перейдем к другим методам. Понимаю, к чему вы клоните. Нет, пока не понимаешь, как и все они. А куда мы идем? Это один из самых ревностно охраняемых секретов Арасаки. Подождите, это же... Кабинет отца. Такой же, как в токийской штаб-квартире. И как во всех прочих офисах Арасаки на планете. Во всех деталях и мелочах. Чтобы он мог ориентироваться даже вслепую. Такой уж он человек. Придирчивый, требовательный. Был. Прошу прощения. Вы хотели сказать «был». Символы никогда так просто не исчезают. Вопрос в том, насколько лидеры фракции будут верны ценностям Арасаки. И хватит ли у них смелости признать свою ошибку. Я бы не стал особо на это надеяться. Мои показания ни хрена не стоят. Да и у вас тоже с вескими доводами проблемы. Рано еще говорить. Идем. Едем вниз. Я же говорила. Точка доступа к Микоши находится под Арасака Тауэр. Прежде чем мы придем на заседание, нам нужно сделать кое-что еще. Да? У меня есть смутное ощущение, что вы чего-то не договариваете. Потому что я чего-то не договариваю. Проявляю осторожность. А я думал, мы доверяем друг другу. Мы доверяем друг другу. Именно поэтому ты здесь. Хотя в тот раз, когда вы меня похитили, я посоветовалась с ним. С кем? С отцом. Он копировал не только обстановку кабинета. Что? Отосама. Коно-хитойо. Омайва вагаша кара нусумио атарайта. Вот это нихера себе. Сранья мусуме но юкай ни катанши. Кондо ва муску хоумри сару то штейр. Арасака ни заивн то урами га ари о дана. Вот именно, старый козел. Ви!
И, кстати, привет вам от Сильверхенда. Она кону ютуридана. Точка не тада мону деванай. Икимашо. Карега бакана кото ошидекас майни. Чунби ва изо, Ханако. Хазимеро. Отоо-сама. Это все. Мы можем идти. Да, пойдемте уже. Джонни, не надо. Не сейчас. Почти у цели. Ты выдержишь? Я чувствую, что скоро загнусь. Давайте быстрее. Да, давайте. Впереди самое трудное. Это ваши люди? Можно и так сказать. То есть? Я не знаю, насколько они верны именно мне. А насколько моим деньгам? Да в вашем случае это одно и то же. Ты всегда до боли искренен. Поэтому я и здесь. Что бы их ни держало, главное, чтобы они стреляли в нужную сторону. Да, но только в крайнем случае. Когда совет директоров решит, что мы несем полную чушь? Если, а не когда. И что тогда? Их тоже надо будет нейтрализовать. Держи оружие наготове. И ничего не говори, пока я не попрошу. Что бы ни случилось, слушай меня. Это же всего один остров. И 12 тысяч жителей. Их можно просто переселить. В этом архипелаге еще много островов. Слишком много. Я опоздала. Прошу прощения. Ханако, что вы здесь делаете? А где же мой брат? Он сказал, чтобы начинали без него. Ну, тогда без него и начнем. Начнем что? Обсуждать отстранение Йоринобу с поста главы корпорации Арасака. Простите, я не ослышался. Что? Что вы делаете? Вы не можете... Хана, может, объясните нам, что происходит? Ви, ты сядешь здесь. Я не... Ты слышал? Перенеси куда-нибудь свою жопу. Неслыханно. Большое спасибо. Йоринобу убил моего отца и воспользовался его смертью, чтобы развязать свою войну. И вы знали об этом. Все вы. Потрясающе. Бред! Думай, что говоришь. Вот именно. Это все слова. Может, есть и доказательства? Есть. Я привела очевидца. Надо же, как быстро вы все стали шестерками Йоринобу. Так выгодно лизать ему жопу? Этот глупый спектакль начинает меня утомлять. Вызовите охрану. Поддерживаю. Пусть они пойдут прямо к Йоринобу и спросят, что случилось в Кампеке Плаза. Только пусть захватят оружие. Когда ваш босс бесится, он начинает душить людей. Это серьезные обвинения, но голословные. Если наших слов недостаточно, возможно, вас убедит мой отец. О!
Арасака сама? Акагуно юни мамма то дамасаретага. Хиорими шиги ни хаситтага. Изре ни сею. Каре ни мо якин де ару моно тачи га нанто насакенай. И это? Это должно нас убедить? Дешевый фокус. Махетто. Омай га мирите куто но сенбен сенсу о юрю штей та токи. Ваташи ва ко итта хазу да. Омай ни ва митцу но моно га какете иру. Чисин, чисе, соште конжо да. Арасака-сама, я... Мита токуру, аре кара нани мо каватте инай йо да на. Это он. Аджи-сама, что нам теперь делать? Ханако-но сиси ни штавай. Ханако-но хасуру котоба ва сумете ваташи но котоба дозен да. Возражение? Да что тут происходит? Похоже, кто-то возражает. Кто включил блокировку? Значит, вот как ты решила проблему, Ханако. Заперла нас здесь, чтобы мы перегрызлись, как крысы в клетке? Что это? Сколько еще уличных попрошаек ты сюда привела? Я... Нейтрализовать. Я не думаю, что он зайдет настолько далеко. Сдавайся! Я соберу людей и возьму под контроль Арасака Тауэр. А ты найди моего брата. Этот лифт едет до верхнего атриума. Оттуда можно попасть на этаж Юринобу. Он нужен мне живым. Живым? После всего этого? Он мой брат. Если ты тронешь его хоть пальцем, наш договор потеряет силу. Эй, хажиме насай. Татемоно зентай йо. Соре де ии. Ани но бука га хитори нокоросу коуфуку суру маде. Огонь!
конце коридора будет атриум и лифт. Будь осторожен. Мне сказали, что на этом этаже идет бой. Выходи, не бойся. Мы тебя не тронем. Проблема. Они отключили все лифты. Мои люди сейчас отбивают пункт управления. Иди к центральному лифту на третьем этаже. Быстро. Хорошо. Еще одна лестница на другой стороне. Будь осторожен. Скорее всего, люди Юринобу уже ждут. Я присоединюсь к тебе, когда ситуация нормализуется. Этого не может быть! 2067 год. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Служба разведки Арасаки ликвидирует группу боевиков, которые проводили террористические акты в Рио-де-Жанейро. Скоро тебе начнет помогать на разведке Арасаки. Thank you.
Позиция опустела! Займите! Вне игры. Впереди большое помещение. Мой брат поставил там лучших людей. Вы знаете, что делать. А Марина Транера разобрались с дверьми. Можете идти дальше. Прощать мне жизнь никто не будет. Дело тебе подарок. Блядь. Адам Смешер. Я так и знал. Thank you.
Наконец-то Смешер покинул этот мир. Ну, что скажешь, Джонни? Я уделал эту кучу металлолома. Думаю, этого хватит. Слышишь, Смешер? Только попробуй встать, киборг сраный. Я почти пришел. Я тоже. Помни, причинять ему вред запрещено. Помню. Оставлю эту честь вам. Жестоких забав, жестокий конец. Ты? Где моя сестра? Сестра, говоришь? Которую чуть не грохнули твои люди? Я отвез ее к себе, чтобы уберечь. Я защищал ее. Если ей что и угрожало, то по твоей вине, не по моей. Где она? Скоро будет здесь. Мне велели за тобой приглядывать. Так что давай без фокусов. Каких фокусов? Я все испробовал. Все до единого. А это тебе не нужно. В нем одна пуля. И она не для тебя. Вот. Что ты видишь? Ужас. И жертвы. Их стоило избежать. Избежать? Ты проиграл. Нет, это они проиграли. Киото. Дубай. Париж. У них был шанс. Он упущен. Шанс? Шанс на что? Забыть свой страх. Ты что, совсем сбрендил? Нет. Страх. С тех пор, как себя помню, в одном ему нельзя отказать. Он знал, как вызывать страх в людях. Сабура. Однажды он мне сказал, любая ценность – это лишь флаг на ветру, а ветер – это страх. А потом он тихонько дунул мне в лицо. Тогда он ошибся в первый раз. А впрочем, это работало. Его боялись. И боятся. До сих пор этих глупцов испугал мертвый дед из коробки. Мерзость. Если бы не ты, я бы все это изменил. У тебя даже хватило смелости собрать свою банду, но ты ее бросил, забыл свои мечты, принципы. И все ради власти. Власти? Правда. Власти. 50 лет назад террористы взорвали это здание. Да, я слышал.
И? Что это дало? Немного. Ничего. Но урок усвоен. Если мало взрывать бомбы, что остается? Самому стать бомбой. Ханако. Ниса. Маттейтазу. Секай га кузуру сару тоги ва. Канаразу омае га соко ни иру. Ямете. Хито но мае йо. Спасибо тебе, Ви. На этом все. Стоп. Еще нет. Я выполню то, что тебе обещала. Ты пойдешь с Хельманом. Ну а вы? Я должна остаться с братом. Пойдем. Посмотрим, что с тобой. Судьба – ветреная дама, правда? В каком смысле? Всю свою жизнь с чем-то борешься, а потом становишься этим самым чем-то. В прямом смысле. Пока, Андрей. Нагар.